В Чебоксарах началось благоустройство кадетского парка рядом со строящимся Чувашским кадетским корпусом. Что изменится в первую очередь, обсудили на еженедельной планерке в столичной администрации. Всего за месяц кадетский парк преобразится до неузнаваемости. По проекту здесь будут сделаны велосипедные асфальтовые дорожки, для прогулок оборудуют пешие зоны, покрытые брусчаткой. Что касается привычного зеленого образа парка, его сохранят. Здесь по-прежнему будет много деревьев и кустарников. Появится аллея, игровая площадка, детский городок и скульптуры. Главным украшением парка станет светозвуковой фонтан. 13 июля 2018 года МБУ управление ЖКХ и благоустройства заключило контракт на выполнение вышеуказанных работ с АО «Доракс». В тот же день подрядные организации приступили к работе. В настоящее время подрядная организация «Зеленстрой» приступила к подготовительным работам на площадках, где будут установлены малые формы. Горсвет ведутся работы по приобретению электрического оборудования, кабельной продукции, столбов наружного освещения. Электрический шкаф на сегодняшний день установлен. Сотрудники муниципальных предприятий должны исполнять все поставленные задачи своевременно, качественно. Стоимость работ – 75 миллионов рублей. Парк станет одним из 15 городских объектов, которые войдут в федеральную программу по созданию комфортной городской среды. Работы должны завершиться к 25 августа. На совещании сообщили о том, что с сегодняшнего дня в столице Чувашии заработала новая парковка рядом с Чебоксарским аэропортом на 250-300 мест, пока на бесплатной основе. Вероятнее всего, в ближайшем будущем эта территория перейдет под управление аэропорта, и после этого паркинг станет платным. Строительство новой стоянки обошлось почти в 15 миллионов рублей. Обсудили ситуацию с ООО «Коммунальные технологии». По решению суда начинается передача сетей в муниципалитет на обслуживание. Алексей Ладоков напомнил, в Чебоксарах создано муниципальное учреждение «Теплосеть», которому сейчас предстоит основательно подготовиться к отопительному сезону. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.